Ученые заявили, что обнаружили неизвестное ранее помещение внутри пирамиды Хеопса в Египте. Это первая находка внутри пирамиды, начиная с XIX века. Открытие стало возможным благодаря исследованию пирамиды радаром, методом молекулярной скетроскопии, при котором можно обнаружить полости или пустые пространства внутри пирамиды. Ученые пока считают практически нулевой вероятность обнаружения скрытых погребальных камер. Если вы понимаете, как строили пирамиды, вы должны знать, что в них есть множество пустот. Но пустота не означает наличие комнаты. Присутствие пустоты – не открытие. То, что было объявлено сегодня – не открытие. Тем не менее, эксперты надеются, что эта информация поможет археологам более подробно изучить внутреннее строение пирамиды Хеопса, одного из семи чудес света.